всем привет. В общем, мы сейчас приехали в группу ПИК посмотреть квартиры в Мещерском лесе. Так называется комплекс. Главный минус этого всего то, что этот комплекс находится на шоссе Боровском, да? На Боровском шоссе, вот Игорь идет. Рядом только Мещерский лес, и то надо идти через тоннель пешеходный, который еще не построен. По поводу цен, ну, однушка, наверное, будет стоить от 3 миллионов, но это на первом этаже, вид там на гараж, какой-нибудь такой отстой, и мало, наверное, квадратных метров. Инфраструктура, обещают детский сад и школу, но это пока еще ничего тоже нет. Смотри, ворон какой, Лен. What? Не знаю. А вот гостевая парковка, кстати. Да, мест мало. Ну а что хотели-то? Места сюда нужно покупать парковочные. А вот, кстати, уже заходим мы в двор. Двор, как и все дворы от ПИКа, проектировался этими немцами. В принципе, двор хороший, но здесь, наверное, очень будет много народа. Блин, смотри, там такое покрытие крутое из щепки. Да. Классно. Натуральные материалы, беседки, классно. И газон, смотрите, какой идеальный. Но он еще не вырос. Вот, по нему можно ходить, по нему можно бегать, с ним ничего не будет. Но представьте, сколько здесь будет жить народу. Вот, все это в квартирах, все в детях. И сколько здесь будет, все кишить будет. Вот как выглядит двор сверху. Входные группы у нас также довольно просторные, как вы уже заметили. Есть место, где остается велосипед, коляска и так далее. Также будет предусмотрена навигация ваших квартир, которая будет расписана поэтажно. И лифты мы устанавливаем европейской компанией фирмы Доплер. И, что немаловажно, по проекту мы отказались от мусопровода. В избежание неприятных запахов, крыс, программных насекомых и так далее. Поэтому возле каждой входной группы с внешней стороны у нас будут располагаться современные контейнеры, куда вы сможете выносить свой мусор. За вывоз мусора будет отвечать управляющая компания ПИК Комфорт. Можно также проехать шумоизоляцию. Мы сами открываем окно. Как раз сейчас слышно сенчера. Окно закрываем. Полностью на улице, несмотря на то, что квартира другая. Гостиная 17,9, спальня 19,9 квадратных метров. Вы можете осматривать квартиру, если у вас есть вопросы, прошу задавать. Мебель вся представлена компанией IKEA. Кайфовый видок. Классная комната, да, уютная? Угу. Вот это уже другая квартира, мы пришли. Классные, конечно, окна. Обстановку, конечно, они сделали красивую. Квартиры, в принципе, такие удобненькие. Лучше, чем старые, конечно. Вот это мне нравится. О, да, прикольно. Ну, тут, правда, освещения мало что-то. Нет. Я нажимаю. Кайфовенько. Я что-то не помню такую вот, да. Бесту? Да, Бесту. Окей. Прикольно. Еще шкафчики сверху. И вообще место не занимает. Да. Делать в плане ремонта, но здесь мне что-то вообще очень понравилось. Мне еще заказ, но прям трубы сраные эти. Да, вот такой вид. Ну вот как раз стоят дома, а здесь вот Мещерский лес вход. И вот через этот тоннель надо идти, но его же обещают сделать или как? Нет, отдельный новый тоннель. Прям проход в лес непосредственно, прям вот прямой путь в лес. Да, но еще пока, как видите, ничего не сделали. Ну, где-то, может быть, там.
будет находиться посередине, так скажем, посередине жилого комплекса всего вот этого вот. Сказали, что цена однушки от 5 миллионов 300 тысяч, да? Ну да. А, с отделкой. Ну, отделка неплохая, в принципе, обои, там, окна, плинтус. А, подожди, отделка — это без мебели же. Отделка, конечно, без мебели. А я почему-то себе в голову вбил с мебели, ё-моё. А еще на мебель 1,5 миллиона. Ну, это да. Стопудово. Это однушки сейчас продаются только в третьей очереди, но плюс на последних этажах. О, воздух как различается. Вот когда мы там вот вышли из этого, из подъезда, дышать вообще нечем. А сейчас вот в лес вошли, такое, вот как сказать, различие воздуха. Так свежо здесь, а там вообще дышать нечем. Без конца машины и без конца ездят поезда. Очень большой, конечно, минус. Потому что же дети же будут играть на детских площадках, а они находятся непосредственно прям зажатыми вот железной дорогой и машинами. Конечно, в плане воздуха там не очень.